Тем временем мы начинаем. Надо слегка подредактировать рожу. Апсо пишет хохол. И, наверное, даже что-нибудь пикнет. Dream Team против Noob Team. Сейчас будет победа. Но главное же не победа, а участие. Пикается Разор. Вич Доктор. Бладсикер. Интересный пик. Да, они все странные. Ты что? Это же Dream Team. Расходятся не по лайнам. Придется брать мишку в левую руку, походу. Что-то я их не понимаю. Кто на миду пойдет? Я что-то не помню. Сикер же за Скоржи играет, да? Да. А какого черта Разор идет на мид при этом? Сикер теперь не мид модно стоять? Я думаю, никто быстрее сказал бы. Никто это не сказал. Они вообще молчат. Гондор брутально и бессердечно с закупом в два слиперса танги. Господи, ужасный закуп. Тем временем, команда Скоржи плотно купила Куру. Команда Сентов плотно купила Куру. Интрига. Так, Венга. Венга купила Варды. Сай Варды покупает, это нечто. Правда, говорят, его профессия Варды. Так. А у Скоржи вардов не будет. Поэтому они сдохнут. Ну, впрочем, вард от Венги такой вот защищающий триплу. Не, обычный дабл. Нормальный вард, конечно. Но не смертельный. Но триплы мы не убедим. Вот триплы не будет, да. Просто вард, который защищает дабл. Он очень хорош всем, кроме одного. Если заходить с реки, то вот здесь вот, по стеночке, вот сюда вот можно пройти за башню. То есть он не универсален. А вард на руне в этом плане дает полный контроль того, кто приходит, но при этом не дает подсветку вот этой вот интересной области. То есть, либо знаешь наверняка, либо знаешь подробно. С Нероса виднее. Происходит неспешный фарм. Гондор нафармил двух крипов. Хира нафармил на морфлинге двух крипов. Венга 2-1 перефармливает морфлинга. Это будет жестокая брутальная венга с доминатором и вардами. Ну или ненужная венга. Пак стоит 2-0, дилер. Против дабла. Пак 1 что ли стоит? Лол, да, силабир-то лес качается. Это вообще не понятен смысл этого варда. Потому что, ну... Да, он прикрывается от гангов снизу, но беречь силабир-то надо чем кому-то. Очень интересный закуп. Посмотри, что силабир за закуп интересный. Первый раз вижу лесной силабир. Сай отдается! Ох! Хохла под вышки тоже забирают. Брутально и пафосно. Сай уже вернулся. А, хохла под чужой вышкой забирают, получается.
Ну, видите, как я цвета поменяю, я еще не настолько освоился с этими цветами. В Лоле все гораздо проще. Бежит Гондор на всех парах. Что там с финалом Брука? Походу, так и не состоялся. Забанили половину команд обоих половину обоих команд. За срачать с мамолюстом и прочим. Дотеры, что с них взять? Решили деньги поделить между хохлом и хохлом. Что они пишут? Я, честно, всего этого мата не вижу. Ой, как Дестер встрял-то! Вот Иксмао, вот этот вот, которого неоднократно обвиняли в фиде, доказывает свою репутацию. Странный билд у него. Аура первого уровня, астрал первого или второго, любопытно. Происходит какая-то движуха. Ничего страшного. Потный задрот. Зато у Некро один. Сикеру сейчас главное собрать, потому что мог какой-нибудь радик. И... остальное это излишне. Ну, слушай, он очень неплохо добивает крипов. На миду. Опять сейчас на расстоянии дестройер. Кинулся астралом. Половину хп потерял. Разор ничего не снял. Молодец, дестройер. Только с ТП прилетел. Не нужен. Бережет медведя Селабир. Понимает, что медведя нового ему вызывать не скоро еще. В общем-то, ставить пака против лайна, который не будет гарантированно убивать большинство героев, это провал. Потому что пак сам по себе не очень хорошо фармит даже против соло, тем более против дабла. Ну, триплион идеальный герой просто. Пятый у него уровень. Что творит этот парень? Он убивает дестройера, а я смотрю на мид, а он уже в лесах. Селабир, кстати, не очень активно гангает. Это, конечно, не лох, где все лесники гангающие, но все-таки. Уже медведь камнями должен допекать. Ну, может, не хочет гангать. Качает Блудсикеру верность Стругвура. Какой молодец. На миду спокойно фармит 25-9 разор. Какая-то вела игра. 4 фрага за 6 минут, ну. Ну сейчас смотрит движение внизу. Ну движение, ну морфинг прокоцанный бегает, ну. Хотя можно его в принципе и убить, если пожелать. Потому венги мана настал есть все равно, его не убьешь уже никак, только сам стрянешь. Спасибо, что подскажешь, потому что у меня не очень хорошо видны мини-карту, совсем не очень хорошо. Гондор гангл Селабира, как я понял, да? Да нет, Гондор просто на морку выбегал. Зато отвел крипов. Невероятно, да? Захотел бы сам, никогда бы не сделал. Курица летает морфлингу. Профессиональная курица. Что она принесла? Она принесла ПМС, это не поможет против ульта Разора. Ну, 6. Ничего страшного нету. Я думаю, они еще смогут затащить.
Я тут думаю, почему некро 1-1 крипстат? Это же скинник. Это скинник? Я не знаю, почему он знает, что своих крипов может сбивать, может случайно. Потняшка. Дилер 15-0, кстати. А должно быть наоборот 0-15. Нет, лучше пускай фармит, постарается побыстрее сделать какой-нибудь дагер. Как Гондор на забеспалево бегает. Сейчас от Харбрингера ульта в лицо и добить арбом. Все. Гондору не выстоять. Персик? Аурели? Но, наверное, это будет фастлинка. Фастлинка можете затащить. Ну еще бы. Ходишь с персиком, привыкаешь, что будешь умирать. Сейчас минус Гондор. Пингуя. Да не минус Гондор. Прорвется. Да Харбрингера еще добить можно, в принципе. Добивается Харбрингер профессиональным Гондором. Есть мана на инвиз, сейчас он будет, все. Гондор сделал свое дело, Гондор может уходить. Кстати, сентри вард. Гондор, но они же видят его, вот. Они ждали этого момента. Вы еще хорошо, хорошо, вещдоктор сконтрил Селабира. Ну... Ну, Морф же молодец. Да, Марфу полезнее фармить, чем Ганга тебе иногда. Тем больше, это же Хохол, у него всего 13 крипов убито. Кто доверил Хохолу рейтера? И потом, какого черта Хохол всего 13 крипов убил? У него даже фрифарм был какое-то время. Что за мода собирать всем рейнджевикам ПМС? Харбрингер врывается, брутальный лайн. Кого-то отмазывает? Да, Пука. Ой, а Пук-то встрял! Или нет? Нет, Пук убивает. Все нормально. Вот. Хороший ганги, 4-8, ребята начали тащить. Времени внизу, смотри, что происходит. Морфило фармит. Чего необычного? А если он подойдет, они баночки получат на двоих. Баночки? А, ну да. Я путаюсь с них, у меня очень мелкие картинки. Честное слово. Морфило отдается. Венга стратежно с папой Тражора. Да, Венга, ты сможешь, да! Просто не просили. И предательский Гондор забирает. Да. Гондор такая крыска, которая может только добивать, но делает это практически лучше всех в доте. Но еще есть пак, который умеет стратежно добивать, пак Ма. Ну и Зойс, конечно, всякий. Так, что-то я втыкаю. Уже 18 крипов добил Хира. Что творит этот парень? Я хочу от него детей. 12-я минута, 19 крипов. 20 добил таки. Силабир почти сам.